Результат общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации стали основной темой еженедельного партийного часа, который провели активисты Одинцовского местного отделения «Единой России». Как сообщил секретарь отделения, глава муниципалитета Андрей Иванов, весь период с 25 июня по 1 июля прошел без нарушений. За этим следило более 400 наблюдателей. Явка по округу составила чуть больше 75%. За внесение изменений в Конституцию высказалось более 77% проголосовавших. На всех участках строго соблюдались санитарные правила. Каждому голосующему волонтеры выдавали маску, перчатки и индивидуальную ручку, а на входе измеряли температуру.